Волна отравлений суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» докатилась до Нижнего Новгорода. Два человека умерли от отравления в Богородске. Еще несколько пострадавших остаются в реанимации. Медики борются за их жизни. Всего на территории области зарегистрировано 6 случаев отравления. Первые зафиксировали в понедельник, 3 июня, в Димитровграде Ульяновской области. Сначала там отравилось 12 человек, 6 из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек. 3 по 4 июня несколько жителей города Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравления неустановленным веществом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 6 потерпевших скончались. По данному факту Ульяновским следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что погибшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах города. Продукция поставлялась от предпринимателя из Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Напиток марки «Мистер Сидр» производили на заводе, расположенном в поселке Винтая Самарской области. Здесь делали тысячи литров смертельного сидра. Оптовый склад с опасной продукцией обнаружили и в нашем регионе. Полиция проверяет все места продажи и хранения спиртного. Склады проверяют по всей стране. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по изъятию пивных напитков «Сидр», поступивших в республику из Самарской области. Изъято свыше 100 литров опасной жидкости. Мероприятия продолжаются. Во все территориальные органы внутренних дел Удмуртской республики направлена информация на предмет проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции. В крови отравившихся медики обнаружили метанол. Смертельным могут быть всего 30 мл такого опасного спирта. Сначала легкое опьянение, затем тошнота, головная боль, затрудненное дыхание. Все это симптомы отравления метиловым спиртом. Если после употребления алкогольных напитков вы испытываете судороги, видите мерцание или бегут мушки перед глазами, двоение в глазах или наступила слепота, немедленно вызывайте скорую помощь. При больших дозах метанола эти чувства могут быть ярко выражены. Также у пациентов наблюдается посинение кожных покровов и падение артериального давления. Особенностью метанола является то, что по своему цвету и запаху он неотличим от этилового спирта, то бишь водки. Нижегородцев призывают воздержаться от употребления алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно. Особенно опасен разливной алкоголь и сидр.